Всех приветствую. Вот у меня есть два кусочка телевизионного кабеля 75-омного. Вот 75 Ом. Что мы смастерим сегодня с них? Антенку для цифрового телевидения. Для этого нам понадобится основной кусок и кабель для подключение к телевизору. Так, с основного куска мы сделаем антенку. Сейчас размотаем ее. Так, берем рулетку или метр и отмеряем ровно 53 сантиметра. Отмечу маркером. Есть один кусочек. Так, откусываем. Есть. И второй кусок отмеряем 175 миллиметров, то есть 17,5 сантиметров. Вот 17,5. Вот тут так есть. И откусываем. Так, есть. Получилось два куска таких кабеля. Один 53 сантиметра, второй 17,5 сантиметров. С этого куска, что побольше, будем делать вот такое колечко. А с этого кусочка к тому колечку вот такую петличку. Так, с каждого конца отмечаем 2 сантиметра. Теперь эти концы надо зачистить. Я зачищаю таким ножиком, строительным лезвием, вернее. Вы можете ножиком по кругу аккуратненько проходимся. Потом вот так раз. И снимаем. Так, сняли. Вот получилось вот такие концы. Теперь вот эти экран, оплетку кабеля разводим и скручиваем вместе. Так, скрутили. Также здесь. Так, скручиваем. Скрутили. Так, теперь сантиметр снимаем основной изоляции. Так, вот так, чтобы получилось. Вот. И со второй стороны. Есть. Вот такие у нас должны получиться концы. Дальше. Вот
вот эти концы соединяем между собой. То есть центральную жилу и оплетку. Соединили. Пассатижиками можно немножко подкрутить. Оно все равно будет паяться. Так, один. И второй. Есть. Так. Теперь эти концы надо залудить и пропаять. Что мы и сделаем. Берем флюс и лудим. Один. И второй. Так, теперь паяльник и олово. Вот сейчас бывает такая ситуация, что оплетка не паяется. То есть надо ее или кислотой, или я сейчас покажу другой способ. Итак, если нету кислоты, берем кусочек медной проволоки диаметром где-то в миллиметр. Берем и зачищаем лак, то есть изоляцию на ней. Снимаем полностью. Так, сняли. И наматываем на эти контакты вот сюда. Так, намотали. Опять флюсиком прошлись трошки. И оно должно припаяться. О. Есть. Лишнее обрезаем. Раз. И два. Все. Вот такой контактик получился. То есть экран хорошо спаялся с центральным проводом. И так проделываем со вторым. Аналогично. Получилось два таких контакта. То есть длинное кольцо, надо экран спаять с центральным кабелем с одной стороны и аналогично со второй стороны. Дальше. Что делаем с маленьким? Это будет петля. То есть я не буду вдаваться в все эти подробности электроники. Кому надо, в интернете наберет, узнает, что и как делается. Это просто монтаж. Так, вот этот экран тоже вместе с одной стороны скручиваем и с другой стороны. Так, скрутили. Есть. Вот такая штука получается. Дальше тоже по сантиметру зачищаем оплетку с центральной жилы. Есть. Вот так должно получиться. Дальше берем кабель, который будет идти к телевизору. Тоже его зачищаем.
примерно 2 сантиметра отмеряем и зачищаем. Так, изоляцию сняли, оплетку тоже раздвигаем вот так. Так, есть. Скручиваем. Но ее желательно скрутить вот так, на две стороны. Сюда. И сюда. Так, и снимаем центральную жилу. Есть. Так, теперь смотрим, как надо все это соединить до кучи. Так. Вот эти экраны должны соединяться вместе. Итак, немного помучившись, подпаял я вот эти, обернул проводом медным без изоляции и пропаял тут и тут. Вот. Конечно, неудобно, но как-то получилось. То есть получается вот такая чепуха. Вот эти центральные, вот, с оплеткой стыкуются вместе с центральными маленькой петли, а здесь просто экран между собой спаивается и все скручивается, пропаивается, и антенна готова почти. Еще надо нам на второй конец присобачить вот такой штекер, чтобы подключить можно было в телевизор. То есть, опять же, берем ножик, по кругу прорезаем. Здесь вот так. Здесь изоляцию заводим назад, оплетку. Так, тут сантиметр снимаем с центральной жилы оплетку. Вот. Раскручиваем. Это называется F-штекер. F-ки. Вот это насаживаем сюда и закручиваем. Закручиваем так, чтобы центральная жила вышла. Сейчас покажу, закручу. Так, чтобы получилось вот так, чтобы... Вот, видно. Вот это лишнее убираем с помощью ножика. Аккуратненько. Так. Чуть-чуть, еще немножко. И надеваем вот сам контактный штекер. Все, антенна готова к использованию. Сейчас пойдем
проверять, что получилось. Вот эту часть потом можно будет изолентой заизолировать, чтобы оно красивее было. Желательно белой. Белый кабель, белая изолента. Вот вообще бомба. Идем подключаем. Итак, подключаем нашу антенну к телевизору. Так, есть, включили. О, и сразу пошел сигнал. Но мы сейчас просканируем, сколько программ на нее можно споймать. Так, меню. Цифровое сканируем. Так, вот я держу ее. Кстати, вот это кольцо должно быть направлено на ретранслятор. Там, где стоит вышка. Итак, 48 программ. Неплохо.